Друзья, всем привет! Сегодня я замариновала рульку и хочу ее запечь. Такая вот мясистая хорошая рулька у меня. Тут соль, перец, красный перец, черный розмарин, чеснок и базилик сушеный. Все это вот натерла, сделала дырки, все нашпиговала чесночком. Сейчас это вот положу на тарелочку, закрою сверху пакетиком, вот приготовила пакет. И пусть постоит хотя бы несколько часов, часа 2-3, помаринуется. Потом заверну в фольгу и поставлю в духовку. Ну что, мое мясо замариновалось. Оно практически без жира, шкурочка очень тоненькая, нежная. Жира практически нету, вот тут чуть-чуть, и то совсем, и там также мясо. Сейчас завернем фольгу, духовка у меня уже стоит на 200 градусов, часа, наверное, на 2, на 2,5, буду смотреть по готовности. Ну вот, мясо я завернула в фольгу в два слоя, блестящей стороной наверх. То есть вот этой вот стороной наверх, а матовая снизу. Мясо отправила запекаться в духовку. 200 градусов поставила. Будем ждать. Ну вот и рулька практически готова. Она запеклась. Сейчас поставим ее в открытом виде, чтобы она сверху покрылась корочкой. А вот и румяный конечный результат. Бесподобно. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.